социальные реакции. Почему нет? Тем более, пленка исчезла. Это вам бесплатно. Снимите, потом выбросите. Поэтому я предлагаю своим студентам снимать гораздо больше, не думая. То есть снимать как ребенок. В этом должна быть распущенность. Снимайте, что хотите. Не думайте в этот момент, потому что ваша рефлексия должна проходить на следующем этапе, на отборе. Вот тогда, то есть кто знает, что вы сняли? Вы же не контролируете, что вы думаете. Никто же не видит, что вы думали о плохом, о пошлом, о вульгарном. Это же остается внутри вас. Вы можете думать о всем, что хотите. Другое дело, это вы не рассказываете. Согласны? Так и здесь. Снимайте, позвольте некое распутство в фотографии. Ну, как распутство, как это слово есть. Блуд, можно так сказать? Слово блуд происходит от слова заблудшие, согласны? Заблудитесь. То есть, как бы утвердив себе, что все, что вы хотите, это предрассудок, тренируйте. Вот нас спрашивают, как? Ответ. Вы говорите, надо идти туда. Вы делаете наоборот, идите в обратную сторону и убедите себя, что там не хуже. Согласны? Вы говорите, зум, нужно меня приблизить. А вы попробуйте удалить. И увидите, что это не хуже. Видите, все, что вы хотите делать, это предрассудок. Все это построено умозаключениями. Понимаете? То есть мы живем в мире предрассудков, в мире паранойи. Ну, паранойя это как бы есть под предрассудком, классно? То есть это высшая форма предрассудка. Нет? Вот где-то я случайно книжку купил этого Гаранина, последнюю, на выставке был. И у него увидел такую запись, это не он сказал, это его, он цитирует Сейнеку. Видите, к сожалению, у меня не фотография, сейчас мы последнее прочитаю вам, и мы с фотографии перейдем в, ну, вы будете смотреть фотографии уже, помолчим. Сейчас я уже закончим это. Логистику. Так, я пытаюсь найти его. Вот я нашел. Сенека. Сенеки. Вот. Сейчас. Ведь воображение, предвосхищаемые страхи, привилегия, воображение. Видите, это природа вашего воображения. Согласны? Предрассудок — это природа воображения. Оно не нужно при фотографии. Вот опция воображения, пух, в самый низ. Это для художника нужно, для фотографа нужно, его воображение. Согласны? Видите, опция воображения, запомните, вниз. Потому что когда мне говорите, о, я там видела сердечко нарисовано, так далее, это не нужно никому, никакие сердечки не нужны. Воображение должно быть внизу. Охота примитивная, вы должны опуститься до пустоты, да, до животного, да, скажем, кошки, кота. Вот он пишет. Роль воображения, предвосхищая воображение я. Сейчас, видите, я плохо вижу, но тем не менее, буду читать. Предвосхищаемые страхи привлекали внимание Сенеки и раньше. Сенека. Какой эпоха? До нашей эры, да? Какой? Древний, да. Восток, да. Где-то там, по-моему, Узбекистан, Персия. В письмах к Люцилию он признается, двоеточие, кавычки, не столь многое мучит нас, сколь многое пугает. И воображение мое, Луцилии, доставляет нам больше страданий, чем действительность. Я учу тебя только не быть несчастным прежде времени. Когда-то, чего ты с тревогой ждешь сейчас же, может вовсе не наступить. И уже наверняка не наступило. Многое мучит нас более, чем нужно, многое прежде, чем нужно,
многое вопреки тому, что мучиться им вовсе и не нужно. Ты спросишь, откуда мне знать, напрасны мои тревоги или не напрасны? Вот тебе верное мерило. Страдаем мы по большей части от подозрений. Ну, все понятно, да? Так и есть. То есть, если вы смотрите современную политику, там, Америка, Россия и так далее, то есть все, что... Это все было придумано. И особенно сегодня это видно, там, с этим химическим оружием, там, с какими-то вещами. Какое-то дикое недоразумение, потому что это тупика, без верного воображения, понимаете? Но, если мы говорим, если он говорит о страдании, вот это Гавел, кстати, чешский президент, но это до того, как он президент. Ну, давайте я закончу мысль, тогда мы будем писать фотографии. Если вы хотите, вот мы на эту тему говорим, и какая связь, это с буддизмом связано, потому что откуда у нас негатив по простой причине? То есть мы в нашем воображении представляем себе, что должно быть так. Но когда это не так, как мы хотим, это вызывает наше страдание, согласны? И ничего другого. То есть несоответствие наших предположений с реальностью. Что-нибудь другое можете придумать? Вы кого-то хотите, с кем-то хотите, чего-то хотите, фотографии добиться. Ах, не удалось, ах, не... И страдания бесконечные. Значит, ответ, чтобы не страдать, нужно что? Не хотеть. Понятно? Вот это буддисты, они пришли к этому выводу. Не хотите. Но это не значит, что вы должны ничего не хотеть. Просто не хотеть того, что может вызывать вам страдания, понимаете? Как вам сказать? То есть, чтобы опять увидеть модель, почему это происходит, я обращаю внимание на своих детей. Они дерутся из одной игрушки, имея в коробке их сотню. Согласны? Они хотят одну игрушку, а их полно. Вот видите? То есть, вы обращаетесь к мудрому, ближе всего к буддисту, ребенку. Вы говорите, игрушек полно, не хоти одно и то же. То есть мудрее тот, кто уступчивый, согласны? Вот вам формула буддизма. Откажись от этого хотения. То есть, значит, вообще ничего не хоти. Просто пойми, что этот мир настолько богатый, твое воображение заставляет в системе ценности идти к ценностям. Но ты увидишь, что ценности другие. То есть ты переоцениваешь ценности. То есть миссия художника создавать ценности. Вы переоцениваете, вы видите, вы понимаете, что кто-то придумал золото, вы должны придумать то, что потом все хотят, согласны? Но художник, то творчество, что он это все переоценивает. Гавел, Тарковский. Давайте, теперь я помолчу, я покажу фотографию. То есть, когда я закодировал на репортаж, я взял эту камеру, стал снимать. Вот первая моя удача. Это какой год? Кто видит первый раз эту фотографию? Это какой год, скажите, пожалуйста. Сейчас скажу. Ну, ма, тут, видите, не знают мои фотографии. Но вы понимаете, да, я не могу сказать, что это убийство, это покушение. Вот немножко вам зубило, судя по всему. Но я этого не видел в момент этого самого. Да. Вот моя тень, видите, с правой стороны. То есть я шел с опущенной головой, догадываюсь, что...